Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – що є піст і як на нього налаштовуватись. Саме це ми і дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. Настоятеля церкви святих першоверховних апостолів Петра і Павла, що в Петрово-Солониці, протоиерея Бориса Каширова. Отец Борис, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. И тем более в преддверии Великого Поста, который православные христиане встретят 27 февраля. И те, кто немножечко знаком с духовной жизнью и православным календарем, знают, что сейчас идут подготовительные недели перед Великим Постом. Отец Борис, подготовительные недели, то есть они подготавливают нас к Великому Посту, почему к нему нужно готовиться? Добрый день, я приветствую вас, очень рад тоже встрече. Приветствую всех николаевцев, телезрителей. Я хотел бы сразу сказать, что в понятии в церковном неделя подготовительная, и в светском они различаются. Для нас, для обычных людей, неделя – это от понедельника до воскресенья. Но, естественно, что неделя, она ничем особо не отличается. Это обычные дни, понедельник, вторник, среда и так далее. А в церковном понятии неделя – это воскресный день, который предваряет понедельник. Поэтому подготовительные недели, они заключаются в том смысле, что это не 7 дней подготовительных, а это воскресенье. Воскресный день, как по уставу церкви, читается всегда во время литургии евангельское повествование. И вот ровно за месяц, хотя 3 недели считаются подготовительными, 3 недели, но я думаю, что сюда можно приравнять и первую неделю перед вот подготовительными, это так называемая неделя о Закхее. Сейчас вот, когда я, как каждый священник, который готовится к проповеди, готовится к определенному празднику, ну, естественно, что ведь мы же читаем какую-то литературу. Вот сейчас мне всплыл такой интересный один рассказ, что давным-давно один корабль сломался и пристал он к необитаемому острову вроде бы. Но там жили дикари. И было огромное количество этих дикарей. Вот. Ну, матросы вышли, им надо было отремонтировать. И какой-то промежуток времени им пришлось с ними общаться. На корабле, как это раньше было, находился священник. Был священник, естественно, что он сразу отнесся к этим дикарям с неприязнью, потому что они языческим богам поклонялись. Но в порядке, сколько шел ремонт этого корабля, он начал понимать их язык, и вот он постоянно услышал, что они кого-то вспоминают. И он тогда обратился, о ком вы постоянно говорите? Он говорит, как, ты это разве не знаешь, один из дикарей сказал. Мы говорим о том, кто создал землю, кто создал вселенную. То есть даже у дикарей, которые поклонялись языческим богам, было понятие о Боге. А у нас это понятие о христианине, о Боге, о живом Боге, это понятие о Иисусе Христе. И у нас должна быть постоянная жажда Бога. Так вот, первая неделя, вот такая как бы полуподготовительная, она включает в себя повествование евангельское о Закхее. Что такое Закхей? Это имя. Имя мытаря. Мытари – это были сборщики податей. Христос проходил через град, и в этом городе процветала торговля. Люди занимались выращиванием роз, различных благовонных масел продавали. Ну и, естественно, как было раньше, так и сейчас в наше время, были сборщики податей, налоговая инспекция. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось за, вот считайте, 2000 лет, да? И вот этих налоговых инспекторов их не любили, их презирали. И Христос идет по городу, и один из этих налоговых инспекторов, так по современным языкам, он захотел увидеть, потому что ведь слава о Христе, как о пророке, распространялась далеко, за пределы Иерусалима, всей Святой Земле. И он решил встретить его. Но сам был маленького роста, он поднимается на дерево, залазит, чтобы только увидеть Христа. И тут Христос идет, останавливается, смотрит на него и говорит, «Слезай, Закхей, я хочу в доме твоем переночевать». У него такая была радость. Представьте себе, его все не любят. И вдруг к нему сам пророк говорит, я хочу к тебе зайти. Люди возмущаться начали, как это так? И он принимает Христа. Христос с ним общается. И он после этого общения, познав Бога, о чем я говорю в начале, познание Бога, да, он говорит, я полы имения отдам нищим.
я кому дал долги какие, я возросил вчетверо, я понимаю, что я, может, кого-то обижал, я, может, брал налоги большие. Похоже на наше время, да? Очень, похоже. Очень. Я, говорит, все сделаю, потому что меня посетил Бог. А у нас есть церковь, у нас есть постоянно присутствие Божие, потому что через исповедь, через причастие мы общаемся с Богом. И вот я начал уже говорить об этих вот повествованиях евангельских. Так вот, повествование о Закхее. Следующее повествование, вообще, к чему оно ведет? Оно ведет к тому, что человек должен измениться. И вот, а ведь пост – это изменение, это, будем говорить, совсем другая жизнь, когда мы отказываемся и от скоромной пищи, мы отказываемся и от, будем, может быть, какого-то такого предвзятого отношения к друзьям, даже праздники мы проводим скромно. Вот это и есть пост. Не то, что мы съели кусочек скромной пищи, пища абсолютно никак не влияет на пост. Главное, что мы можем и умеем отказаться от этого. И вот церковь нас готовит первым повествованием о том, что человек покаялся в своих грехах, он осознал присутствие Бога, он сказал, что отдам нищим половину имения, только чтобы быть с Богом. И следующая неделя, опять же, не седмица в понятии нашем, а именно неделя, следующее воскресенье, называется «О мытаре и фарисее». Опять мытарь, отец Борис? Опять мытарь, да, опять мытарь. Но здесь Господь приводит пример, что два человека пришли в храм помолиться. И фарисеи – это такая секта была очень сильная. Да, эти люди много добрых тоже дел делали. Они постились, как положено. Они молились, как положено. Отдавали десятину там на храм. Но при этом, зайдя в храм, эти два человека молились совершенно по-разному. Фарисей стал перед алтарем, поднял руки – и начал говорить, что я вот все делаю правильно. Не так, как вот тот мытарь, сборщик налогов, который там стоит. Я намного выше его, я намного праведнее его, потому что я делаю все по закону. А мытарь стоит, бьет себе в грудь и говорит: «Боже милости, будь мне грешному. Прости мне, Господи, все мои согрешения». Он осознает свою греховность. И воистину, вот прекрасные слова, кто будет последним был, будет первым, а кто был первым, может стать последним. То есть на этом примере Господь нам говорит о том, как нужно себя вести. Что мы в своей жизни, ища Бога и подходя к по великому посту, мы должны уже понимать, что вот так вести себя, как фарисей, мы не должны. Мы должны понимать свою греховность. И здесь идет, опять же, приближение к посту с этим прекрасным примером. Но если первый пример был конкретный случай, то есть, да, проходил Господь мимо имения, мимо селения, проходил мимо дома Закхея, это было так, то здесь уже это рассказ Спасителя. То есть здесь он уже, рассказывая людям, говорит о том, как нужно себя вести, что человек должен все-таки понимать, что он греховен. Мы подвержены этим искушениям. Даже если человек делает, как фарисей, добрые дела, постится, отдает десятину на церковь, но он, и не совершает дурных поступков, все равно он греховен? Все равно он греховен одним только тем, что он занимается, будем говорить, показухой, современным языком сказать. Ведь он же тоже мог стоять молиться скромненько. И вы знаете, я в своей жизни, вот на своем приходе, я встречаю таких людей, которые могут перечислить какую-то копейку на счет храма, абсолютно даже не зная, кто это. Иногда я знаю, кто, иногда я не знаю. Потому что мы же проживаем очень тяжелое время, и сейчас без поддержки вот людей, без поддержки, ну, опять же, спонсоров, будем говорить, или благоукрасителей, мы всегда молимся и говорим: «Господи, помяни благоукрасителей и жертвователей святого храма». Без этого никак нельзя обойтись. Но один человек может прийти и все это рассказать, что вот я вот помог, а я вот сделал, а вот я купил икону, а вот я подарил это. А другой просто пожертвует деньги или просто придет и скажет: «Повесьте, батюшка, и пускай эта икона будет память о моем здоровье, память о моей семье. Молитесь о моем здравии, потому что я в этом нуждаюсь». Вот пример, да? Еще приблизились мы к Великому посту. Следующая неделя о блудном сыне. Ну, о чем рассказывать? Опять же, пример Христа о том, как сын бросил отца, уехал, он ему дал деньги. Он ушел, прогулял с распутными девицами. А второй сын был возле него. Возле отца. А возле отца. И когда тот вернулся, отец его встретил, блудного сына, с объятиями, вызвал это даже возмущение сына, который был рядом. И он говорит, что как ты, смотри, я ведь с тобой все время тебе помогал,
Этот ушел, он говорит, так вот, говорит, я потерялся, но сейчас я нашел. И вот здесь воистину вот такие возникают, вот, что Господь пришел для того, чтобы спасти не праведников, а спасти грешников. А праведников не надо спасать? Эти их надо спасать тоже, но праведник, он всегда рядом с Богом. Человек, который находится в храме, он молится, он исповедуется, он причащается, а у него, допустим, есть дети, которые забыли Бога. Так кто ближе для Господа Бога? Или тот, который постоянно в церкви, или тот, который отошел, его нужно назад вернуть? Ведь мы же спасаем людей. Любой врач спасает тяжело больного. Врач, я работал на скорой помощи, и я работал в больнице скорой помощи. И я знаю, что когда сидит больной один и второй больной, но один больной тяжелой болезнью, первая помощь оказывается ему, потому что надо его спасти. Угроза жизни. А здесь тоже угроза. У грешника угроза потерять вот любовь Божию, это самое страшное. И потом, ведь после этой следующей седмицы у нас в страшном суде идет, как оно все совместимо. Вот тут же о блудном сыне неделя, а следующее о страшном суде, на котором Христос говорит, станьте по правую сторону, станьте по левую сторону. По правую сторону те, кто творил добрые дела, вы будете в раи, а те, кто творил злые дела, то вы будете в ужасе постоянном. Понятно? И вот здесь мы понимаем, что забота Господа Бога о людях, но при этом Бог дает ведь каждому из нас, Он дает свободу выбора. Мне часто задают вопрос, а почему преступники возникают? А как вот бывает? Бог создал человека по образу, по подобию, дал ему бессмертную душу, или, как мы еще говорим, живительную силу, которая нас оживотворяет. Мы общаемся, мы разговариваем, мы любим друг друга. Мы общаемся с друзьями. Это все благодаря вот той особой божественной живительной силе. Нет живительной силы в нас. Покинуло тело. Сила. Тело бездыханное. Оно уходит в землю, превращается в земной прах. Поэтому следующая седмица перед Великим постом, она заканчивается прощенным воскресением. Неделя о страшном суде, в котором Господь говорит, как кого судить за правду, за любовь, либо за злые дела. Каждый получит то, что он заслужил. И последнее – это прощенное воскресенье. И вы знаете, я скажу откровенно, что легко с этим воскресным днем. Очень легко, что он существует у нас. С одной стороны, трудно просить прощения. Особенно трудно просить прощения тому, кто совершил преступление против своего ближнего. Велика гордыня у людей. Я очень часто в своей жизни сталкиваюсь с такими людьми, которые могут абсолютно ни за что обидеться, которые могут быть близкими друзьями, находиться рядом, возвеличивать то, что не всем это нравится. Мне, например, это не нравится, когда тебя возвеличивают, вот вы, батюшка, вот такой. А в одно мгновение что-то перемкнуло, какой-то соблазн, и гордыня возвеличилась, и он даже подойти не может, не позвонить, не сказать слово. И естественно, что этому человеку очень трудно прийти в прощенное воскресенье и сказать, прости, брат, прости, сестра. А ведь в течение жизни мы постоянно сталкиваемся с различными жизненными ситуациями. Мы обижаемся, особенно в наше трудное время, когда вот такое испытание нашей державе, нашему народу. Тяжело очень пережить это. И естественно, что мы сталкиваемся с осуждением. А самое страшное, мы сталкиваемся с ненавистью друг к другу. И вот в прощенное воскресенье, придя в храм, постояв на богослужении, преклонив колено, а церковь перед Великим постом уже на последней неделе, именно седмице, на семи днях, которые заканчиваются прощенным воскресеньем, на Масленице, уже нет, во-первых, поста, уже пост на мясо. И уже в среду и пятницу мы слышим великие прекрасные слова молитвы. «Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, и ныне любоначале предсословие не дажми, Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви дарами рабу Твоему». Вот замечательные слова, да, вот этой молитвы, великопостной молитвы. Эта молитва звучит в среду и в пятницу на Масленице, и уже она звучит в прощенное воскресенье. После этого мы слушаем проповедь архиерея правящего нашего, Николая Владыки Петерима, митрополита Николаевского и Чаковского. Мы слушаем проповедь и просим друг у друга прощения. Прощения просим у Владыки. Владыка просит у нас прощения, потому что ведь в жизни и в священнической, и в светской, все равно мы где-то осуждаем. Все равно мы где-то плохо думаем. У нас мысли, у нас гордость. И вот эту гордыню
Мы должны смирить прощённое воскресенье, подойти к человеку, которого ты обидел, а иногда подойти к тому, кого ты не обижал, и все равно сказать, потому что, может, мыслями, делами, чувствами, словами мы совершаем те или иные поступки друг против друга. Поэтому прощённое воскресенье – это как бы вот кульминация, это окончание вот этих подготовительных недель воскресных чтений евангельских, которых я сейчас кратко раскрыл, этих седмиц, и особенно вот последняя неделя Масленицы, когда церковь нам говорит: отдыхайте, кушайте блины, заговляйтесь, общайтесь, ходите друг к другу. Оно оканчивается вот этим таким чином прощения, который, я думаю, что необходим. И он необходим каждому. Даже человек, который далек от церкви, совершая какой-то поступок против семьи, против близких. Ведь ссорятся и муж с женой ссорятся, и дети ссорятся с родителями, и сестры с братьями. Они должны уметь подойти и сказать: «Прости, сестричка, потому что я себя тебе обидел». Даже, может быть, не только в прощённое воскресенье, но прощённое воскресенье – это особые дни. И начинается Великий пост. Начинается с того, что в храмах темно. Фактически электрический свет не включается. Служба совершается при свечах. Царские врата почти постоянно закрыты. Черный цвет облачений. Черный цвет покрывал на аналоях, на том, что полагается, на Святом престоле, на Святом жертвеннике, где совершается таинство Евхаристии в Святом алтаре. Церковь нас говорит: кайтесь. Кайтесь, и просто покаяние – это есть наши мысли о той жизни, которую мы прожили в течение года. А естественно, что мы проживаем не все благополучно. Отец Борис, ну вот вы сейчас говорите, начинается Великий пост, и службы, первые дни Великого поста служатся практически при свечах, в храме темно, все черным забрано. Такая, понимаете, некая мрачная атмосфера. Но одновременно с этим святые отцы называют пост духовной весной. Вот как-то непонятно. С одной стороны, так все как-то грустно, а с другой стороны, духовная весна. Грусть, почему? Она распространяется на наши грехи. Вот именно мы падаем ниц. Мы падаем ниц. Мы молимся. Церковь говорит о том, что нужно скорбеть о том, что мы в своей жизни совершаем те или иные поступки. То есть вот это да. А духовная весна – это в том смысле, что ведь мы в посту, мы больше каемся. То есть мы избавляемся вот этой. То есть одновременно это темнота. И вот это темное облачение не говорит о том, что у нас жизнь все-таки она проходит не только в радости, она еще проходит и в испытаниях, и в дьявольских искушениях. Ну, по большей части, да. Да, и поэтому мы как бы грехи свои мы замаливаем, но при этом духовная весна в том смысле, что мы можем, и мы верим в то, что мы через покаяние, через исповедь, мы можем получить прощение вот этих грехов. Поэтому в Великом посту уже воскресный день, на первой седмице, после первой седмицы Великого поста, торжество православия. Так и называется праздник торжества православия, когда мы с иконами обходим вокруг храма крестным ходом, когда совершается особый молебен торжества православия, в котором мы молимся за мир. Но одновременно торжество православия уже включается, свет уже открывается, царские врата уже совершается, полная литургия святого Василия Великого, а на первой седмице поста только прежде священной литургии, литургии прежде священных даров, не такие торжественные, как совершается в обычный воскресный день. Поэтому пост – это прежде всего не отсутствие скоромной пищи. Вот многие говорят, что можно отсутствовать в скоромной пище, но при этом можно радоваться, веселиться, танцевать, плясать и гулять. Ну да, в основном нет. Делают акцент именно на еде. На еде. Абсолютно нет. Ведь то, что мы съели кусочек мяса даже в посту, от этого ничего не изменится в нашем организме. Но если мы в посту совершаем опять ошибки, если мы совершаем подлость, если мы начинаем издеваться над человеком, при этом совершая пост и молясь, и ходя в храм, и придя домой, устраиваем скандалы, это не будет не пост уже. И поэтому-то пост заключается не в отсутствии еды, ведь тогда это будет, ну что. А смотрите, а как пост соблюдать, если человек не вегетарианец? Вот он вообще отказался от пост, да, от пищи. Никогда, да. Не ест живую он пищу, никогда не ест живую пищу. Да. Значит, он должен отказаться от того, что ему больше всего нравится. Ведь в этом и смысл поста. Я могу такой пример привести на своей практике и знаю, что когда человек, один мне знакомый, очень добрый друг, у него была такая тяга к курению постоянная. Постоянно он любил, он бегал, выскакивал. Ну, к сожалению, женщины этим за нас тоже увлекаются. Но я говорю конкретно за человека одного. И вот он, я ему сказал, что вот попробуй.
попробуй в течение поста, это было года три назад, откажись от употребления сигарет. Будет тяжело, будет сложно, потому что тяга-то есть. Он отказался и потом вообще отказался от курения. То есть видите, как Господь через пост, он ему помог отказаться от этого такого недуга. Он просто отвык уже за время. Он отвык за это время, ну, в любом случае, как бы мы ни говорили, но причина-то была пост и слово священника. Он прислушался к слову священника. Отец Борис, то есть во время поста нельзя веселиться, а если у человека день рождения, юбилей? Ну, вы знаете, ведь день рождения рознь. Можно собраться, и никогда не запрещаю, собраться в семье, поставить чайник, закипятить чай, купить какие-то печенья постные. Слава Богу, сейчас у нас есть возможность, вы знаете, нужно отдать должное нашей жизни, что у нас в посту есть и постный майонез, у нас есть много печенья постного, у нас есть много продуктов постных, поэтому ведь если мы соберемся в посту и выпьем чая, покушаем какой-то постный торт и пообщаемся, в этом ничего не будет плохого, потому что мы не можем пройти мимо человека, мимо друга или товарища, или родственника, или отца, или матери. Ну, так совпало, что вот у него какой-то праздник, день рождения или юбилей в Великом посту. Ну что мы, откажемся, не придем, обидится человек. Поэтому все можно делать по своей совести. Вы знаете, так всегда говорю, у каждого есть совесть. А совесть – это внутренний судья человека, Божия. Вот совесть – это Бог. Мы напротив совести идя, мы идем против Бога. Идя против совести, мы идем против правды. Потому что совесть говорит, не делайте это. Даже убийца, прежде чем убить человека, у него играет совесть. Но он ее отстраняет, он ее отгоняет и прислушивается к греху, прислушивается к слову дьявола, а не к слову совести, через которую действует Бог. Бог – это и есть совесть внутри. Поэтому мы должны поступать по совести. Если мы будем поступать по совести, если мы будем вести себя и праздновать день рождения так, как мы хотим, это остается на нашей совести. И мы будем, можем поступить так, как нам она подсказывает. Пожалуйста. А если совесть не мучает, когда, вот, допустим, не постный торт, а обыкновенный торт, его съел, и совесть не мучает? Ну, все это зависит от каждого индивидуального человека, у кого как она, как ты ее в себе воспитываешь. Если ты с детства будешь приучать себя к тому, что тебе сказала мама, это нельзя делать, и ты плюнул, сделал. Тебе пошел в школу, тебе сказали учиться, а ты будешь не учиться. Ты мы ее потихонечку, мы ее загоняем вниз. Мы с ней начинаем бороться, мы начинаем ее уничтожать. Это очень серьезно. Вот, поэтому давайте мы будем поститься так, как мы сможем. Дело в том, что если человек больной, если он страдает каким-то заболеванием, недугом, пост можно послаблять. Угу. Ведь, опять же, я говорю, не самое главное, что ты съел. А если тебе такая болезнь, что тебе необходимо питаться, допустим, бульоном куриным, вот больной человек, откажись от чего-то того, до другого. Часто задают вопрос, а вот соевые продукты, можно ли есть в посту? Можно, но опять же в норме, если мы сейчас накупим их огромное количество и будем их есть, и будем мы насыщаться, ведь главное, чтобы не было перенасыщения. Так это будет тоже не пост уже. Или если, например, постящийся человек пришел в гости к непостящимся, и там его искренне принимают и предлагают поесть. А он говорит, нет-нет, я на посту, что вы, есть не буду. Как-то так, вот тут уже чем-то фарисейство. Вы знаете, мне вот бабушка моя покойная, Галина Никоновна, рассказывала, что у нас был один батюшка, отец Павел, он служил на старом кладбище. Он умер где-то в 60-х годах. Так вот, он рассказывал, что если ты идешь даже на поминки в Великом посту, ты можешь вкусить, чтобы не обидеть людей. Ну, вкусил кусочек. Ну, извините, ведь можно же съесть целую тарелку и огромный кусок мяса, а можно только вкусить, просто чтобы не обидеть человека. И этим мы тоже поддержим пост, потому что мы не будем поддерживать, ведь нас, мы осуждение не поддержим. Нас могут за это осудить. Вот ты сидишь, вот, правильные слова сказала. А мы поддержим не осуждение, мы поддержим то, что от нас уже не будут оскорблять. А это тоже пост, потому что в посту нужно уметь примирять себя с ближними и в чем-то себе отказывать. Особенно в наше время, трудное время. Злоба, ненависть. Давайте будем жить по-христиански, давайте будем помнить, что вот те недели подготовительные, вот те седмицы повествования – они не просто нам так даны из года в год, они даны для того, чтобы человек мог исправиться, чтобы он что-то мог познать,
чтобы он мог прийти к Богу. Отец Борис, у вас есть замечательная такая молитва. Может быть, вы скажете ее? Да, вы знаете, я помню в одном из наших эфиров. Да, стоп-кадре. Я ее читал, я специально ее сегодня с собой привез, потому что она очень актуальна. Давайте я почитаем ее. Кстати, молитва тоже Ефрема Сирина. Вот молитва «Господи, владыка живота» тоже его. Она тоже подытоживает. Вот смотрите. «Господу помолимся, Господи помилуй. Помилуй, Господи, ненавидящих мя и завидующих мне. Помилуй, Господи, клевещущих на мя и поносящих мне обиды. Ничего злого не сотвори с ними за недостойность раба твоего. Но по неизреченному милосердию своему и по безмерной благости своей ни в этой жизни, ни в будущем веке да не потерпят они зла за меня грешного. Освяти их милостью своей, все благи Господи, потому что пред всеми благословен ты во веки веков. Аминь». Давайте будем следовать этой молитве, и пускай Господь даст нам силы, благоразумие и, самое главное, понимание и взаимной любви, нелицемерной любви. Отец Борис, спасибо вам большое. Эфир пролетел очень быстро, мы не все вопросы успели осветить, но, тем не менее, главное, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях был настоятель Церкви Святых Апостолов, Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, что в Петрово-Солонихе, протоиерей Борис Каширов. Давайте прислушаемся к вечным глаголам евангельским и внемлем их. Это не напрасно все будет. Це була розмова на тему «На все добре».